Хроника Квинтессоном. Уже сотни лет планеты Кситаксис и Ланарк втянуты в кровопролитную войну. Кситаксис уже был бы уничтожен Ланарком, если бы Ланарк не терпел столь же страшных бедствий. Еще немного, и обе цивилизации могут исчезнуть. Вся надежда только на мирную конференцию. Спасибо за добрые вести, Мелькор. Мы предлагаем посланникам пожать руки и приступить к процессу переговоров. Не думаю, что это хорошее начало для мирных переговоров. Странный сигнал. Чар, ответьте. Говорит вредитель. Циклон на связи. Что случилось, вредитель? Я обнаружил какой-то сигнал в 9-м секторе. Какой сигнал? Непонятно. Он идет на старой частоте Квинтессона. Я тоже буду наблюдать за ним. Будь очень осторожен. Ведь автоботы тоже могли принять этот сигнал. Есть хорошая возможность повоевать. Приятно об этом слышать, Циклон. Очень приятно. Конец связи. Странно. Какой-то волновой сигнал на старой частоте Квинтессонов. Бравый, на связи микроскоп. Слушаю тебя, микроскоп. Мы перехватили какой-то сигнал на пересечении координат А5 и V10. А где это, черт возьми? Я всегда подозревал, что твои астрографические знания слабы. Это в секторе Ангарис. В районе болотистых джунглей мы вряд ли успеем вернуться на Кибертрон. Браво, и дело может быть серьезным. Этот сигнал идет на старой частоте Квинтессонов. Я его удерживаю и передаю его вам. Приборы не могут найти ни малейшего просвета. Я не могу приземлиться. Придется вас сбросить. Ну что ж, это все-таки лучше, чем стать грудой болтов. Будьте осторожны. Я за вами прослежу. Это больше напоминает какой-то круиз. Нужно двигаться быстрей. Я не могу освободиться. Подожди-ка. Готово. Руки, стальной, освободи мои руки. Руки. Услуга за услугу, стальной. Я проник с лютой ненавистью к здешней растительности. Надо не трепаться, а за дело браться. Сигнал поступал оттуда. Сигнал стал сильнее, мы уже совсем близко. Если повезем, встретим там автоботов. Вот он источник, можешь его забирать. С удовольствием, но не опасно ли подходить к нему? А вот и я! Захожу на посадку! Берегись! Дерево падает прямо на цилиндр! Смотрите, что это? Спокойно, похоже, это проектор, который я случайно включил. Послушайте, он что-то говорит.
Журнал 1122, включающий разделы от 379 NW по 793 BQ из хроники Квинтэссона. Это полная информация о наших коммерческих предприятиях, технических разработках и особых проектах. Вы смерть автобота! Десептиконы! Правый, уноси нас отсюда! Прочь с дороги! Ридиконы! Слияние! Тебе конец, автобот Бравый! Тебе было мало одного поражения, вредитель? На этот раз ты умрешь! Бравый, хватит уже дурачиться! Пора улетать отсюда! Чаще посещай учебные стрельбы, вредитель! Пристегните ремни, ребята! Сигнал прекратился. Наверное, вредитель отыскал источник. Ошибаешься, циклон. Автоботы! Десептиконы! От них так просто не отделаешься! Откуда же здесь появились ворота искажений? Они исчезли. Но куда? The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. А вот и объяснение. Квинтэссоны пришли за своей безделушкой. Это энергетическое поле вконец истощило меня. Мы очень надеемся, что вы найдете здесь пристанище. Что вы собираетесь делать с Бравым? Сейчас он не может трансформироваться. Он немного здесь отдохнет. А за возвращение журнала нашей хроники мы благодарим вас. Это... Ой, это решетка с невероятным зарядом. Это значит, что нужен другой подход. Извините, не хотите ли попробовать этот вкусный энергокубик? Давай! Увы, вам не кажется, что эта решетка немного нам мешает? Теперь давай! Попробуй это! Это оказалось просто, правда? Лучше скажи, как мы вернемся на Кибертрон. Проверь, сможет ли Бравый взлететь, а я скоро вернусь. Можешь взлететь, Бравый. Надеюсь. Но пока я нахожусь в этих тисках, трансформироваться мне не удастся. Быстрее, дикарь. Уходим отсюда. Держим курс на Кибертрон, друзья. Десептиконы. Никакой пощады и ни единого промаха. Бравый! Пришло время повоевать, ребята! Нет, время разрушать. Вредитель, хватит! Приготовься отступать. Только когда Бравый умрет. Мне решать, кто умрет и когда. Ионное излучение от корабля Квинтэссонов очень сильное. Они совсем рядом. Ты же сказал, никакой пощады, Гальватрон! Истинная правда содержится в твоих словах! Десептиконы, убирайтесь отсюда быстро! Лжец! Лжец и изменник! От такого и слышу, пситоксин! Да!
Да! Хватит болтать! Пусть теперь пушки говорят за нас! И Ланарк ответит тем же! Понял, кситоксин? Ох, наверное, пора объявить перерыв. Да, не помешает. Все равно все уже разошлись. Говорит Агар с Кситаксиса. Мы готовы принять наш груз. Когда сверхоружие будет доставлено нам? Наш носитель столкнулся с космическими вихрями и потоками. Доставка сверхоружия была приостановлена, но сейчас оно направляется к вам. Наконец-то! Есть средства навсегда раздавить Кситаксис. Теперь мы наконец-то уничтожим проклятых ланаркианцев! Эта планета, похоже, необитаема. И мы сможем разобраться с этим аппаратом. Включи его. Я не знаю, как автоботы привели его в действие. Какой в нем толк, если он не работает? Раздел 457 планета Тикслава. Работает. Секреты квинтэссонов в наших руках. Огромный флот квинтэссонских транспортных кораблей был продан на Тикславу. Необходимость восполнять несовершенное ядерное топливо истощило ископаемые ресурсы планеты, что поставило экономику Тикславы в зависимость от квинтэссонов. Это все лишнее? Мы передали устаревшее заводское оборудование планете Алаксу. Это оборудование было сконструировано так, что вызывало загрязнение атмосферы. Результатом явились изотопные дожди, уничтожившие всю растительность, которую мы с большой для себя выгодой заменили механическими деревьями. Раздел 793 BQ. Усилия по разжиганию войны между планетами Кситаксис и Ланарк. Это же те две планеты, которые Галактический Совет пытается заставить прекратить огонь. Этой войне было уделено особое внимание. Могу поспорить, Совету очень бы пригодился этот цилиндр. Тогда давай заберем его и доставим своим. Давай, по моему сигналу. Усиленная продажа боевой техники привела к непрерывным боевым действиям. Автоботы! Они дерзнули напасть на нас. Смерть непрошенным гостям! Берегись! Квинтэссоны? Они снова завладели журналом! Нельзя допустить, чтобы он снова был похищен! Оставьте надежду, автоботы! Этот журнал квинтэссонов наш! Еще неизвестно, Гальватрон. Их нужно остановить! Хватит! Хватит! А вы не могли бы быть повежливей? Это мирная конференция. Мирная? Хорошо, если она не перерастет в галактическую войну. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Мне это напоминает схватку земных борцов. Это не совсем так, Родемис. Нам нужно сверхоружие скорей! Ланарк должен быть уничтожен! Это последняя капля! Когда будет доставлено сверхоружие, мы уничтожим Кситаксис! Следующему обороту спутника! Нам понятно ваше беспокойство. Установка уже погружена на борт. Погрузка произойдет в указанном вами месте. Ожидайте груз.
Довольно с нас ваших отсрочек. Нам надоело вас просить. Мы понимаем всю срочность. Установка на борту, согласно вашим расчетам. Разгрузка вместе указана вами. Ожидайте груз. Никогда в жизни не видел планет настолько жаждущих друг друга пожрать. Нам-то что, если это происходит в наших интересах? А? Десептиконы! Может, нам воспользоваться одной из сверхбомб, которую мы привозим? Не стоит. Одной такой бомбы можно испарить весь мир. Ты прав. Нельзя допустить, чтобы испарилась половина нашей мира. Лучше ускользнуть от них с помощью ворот искажений. Итак, кто же первым из наших клиентов прибудет за грузом? Они прибудут одновременно. Обе планеты должны посуществовать ровно столько, чтобы с нами расплатиться. Катастрофически падает внутреннее давление. Спасайся, кто может! Тревога на шаттле! Получилось! Лети прямо на конференцию, бравый, и смотри, не опоздай! Уже вернитесь к столу, что вам стоит! Конференция окончена! А очень скоро закончится и война! Ты прав! Причем вы будете ее жертвой! Минуточку! С десептиконами у нас и то меньше проблем. Мирная конференция вновь объявляется открытой. Никогда! Смерть Ланарку! Только если Кситаксис умрет первым! Хватит, вы же покалечитесь! Это мирная конференция или дискотека? Смотрите! В качестве третьей стадии была продажа оружия средней мощности к Кситаксису и Ланарку. Сверхприбыли не могли быть получены, пока мы не начали продавать межпланетное оружие. Невероятно! Сверхприбыли? От уничтожения наших городов? Массовые поставки военных кораблей увеличили прибыль в 5 раз! Продажа нового оружия на Кситаксис вызывала равную потребность в этом оружии на Ланарке и наоборот. Прибыль квинтэссонов от войны между Ланарком и Кситаксисом неуклонно возрастала на протяжении веков. Значит, мы терпели все эти ужасы только ради процветания квинтэссонов? Поздравляю. Вам понадобилось всего несколько сотен лет, чтобы осознать свою бестолковость. Мы вознаградим вас за вашу проницательность, и, как было обещано, снабдим вас сверхмощным оружием, которое уже доставлено и полностью подготовлено к взрыву. Вы готовы принять груз? Смотрите! Корабль квинтэссонов! Бомбы наверняка там. Вперед! Вперед! Быстрее! Давай, Ультрамагнус! Получилось! Еще разок! Как-то квинтэссоны обслуживают своих клиентов! Мне не по нраву ни ты, ни твой народ, Кситаксин! И вы нам не по душе! Но бессмысленная война нам не по душе еще больше! Ну и живите на своей планете, а мы будем жить на своей, идиот! Не думаю, что они когда-нибудь станут друзьями, но хоть стрельбе конец. Лучше отправить эту штуку на Кибертрон и там захоронить, чтобы больше не было войн. Которые приносят радость только квинтэссонам. Transformers will return after these messages.
Вулканический штаб автоботов на Земле был уничтожен во время налета десептиконов. Теперь, в 2006 году, город автоботов стал новой базой автоботов на Земле. Город автоботов — одновременный трансформер, именуемый Метроплексом, и способный трансформироваться из городского бастиона в боевую станцию и в гигантского робота. Метроплекс является самым мощным защитником автоботов. Этот робот приходит на помощь, когда не помогают никакие другие средства. Метроплекс — наш самый храбрый воин! Когда Метроплекс трансформируется в робота, из нескольких его модулей образуются небольшие роботы. Шестизарядник — идеальный боец для любого сражения. Слэмер, танк и скемпер бронеавтомобиль патрулируют дороги города Метроплекса. Стремясь воспрепятствовать утверждению Метроплекса на Земле, десептиконы создали город десептиконов Триптикон, который может трансформироваться в боевой бастион, становясь подвижной боевой установкой с 24 лазерными пушками. Триптикон способен принимать форму динобота, чудовища, которое в образе динозавра давит все на своем пути. Метроплекс и Триптикон — смертельные враги. Где бы они ни встретились, они вступают в сражение, и тогда завязывается страшный бой. Кто же из них падет жертвой этой страшной титанической войны? Кто же победит в ней, проклятые десептиконы или автоботы? Кто же из них?